Ой, конечно, да. Она, конечно, не пришла, да. Ну, собственно, а что? А чего я ждал? Не отнимайте у детей велосипеды. Ну, то есть такой примитив. Как бы, ну, типа, и так понятно. Зачем ради этого было там смотреть кино ваше? Так не делается. Начну сейчас ее воспитывать. Ага. Она мне скажет, ты что мне, отец, что ли, воспитывает меня? Меня даже отец не воспитывает. Жалко, конечно, что она меня не любит. Очень жалко. Ой, она меня любит, оказывается. Она потом позвонила и говорит, ты знаешь, получится, она не хотела меня видеть, не пришла, а я как будто названиваю ей, уже навязываюсь. Что это ты не пришла? Давай, как же так, как ты могла? Давай. И она ко мне бы пришла, получается. А потом Маша звонит и говорит, я поняла. А я говорю, извини, я уже с Оксаной, и получилось бы неудобно. Я, в общем-то, это и ждал, что она не придет, и вот... Можно было бы, конечно, ей позвонить, но это как-то, ну, не знаю, невежливо. Она же не пришла, потому что она, наверное, не хотела. А сейчас я ей позвоню, и получится, что... Я не пришла, потому что я всю ночь плакала, потому что я поняла, что я тебя люблю. Все, говорит. Девушка, простите, пожалуйста, извини, я вам. Вы случайно... Вы не любите меня случайно? Как я счастлив, как я счастлив. Хорошо, что я не позвонил вот, и не начал ей вот, на мозги капать. Как же найти кого-то, кто меня любит? Как же отыскать, где же отыскать такого человека, который меня любит? Вот вы, да. Вы просто так посмотрели, я дико извиняюсь. Мне просто показалось, не, извините. Ему приятно, ему все приятнее, приятнее. Потом раз, и у него оргазм. А если ты будешь, давай оргазмируй, что ты не оргазмируешь? Встала, не оргазмируй там. Давай. Все бы испортил. Я именно молодец, что я вот перетерпел, но представляю, что я сжимаю в попе карандаш. И видите, я немножко по-другому уже начинаю звала. То, что я звал ее, а вдруг бы я ей тоже понравился. Естественность не играется. Поэтому надо сказать просто, надо какую-то по-другому задачу сформулировать. Там, не знаю, вот хорошо, что я ей не понравился. Вот все-таки все к лучшему. А ну-ка, то он не сможет, он ему еще хуже станет. И также давай естественным быть, не получится. Есть такая известная голливудская байка, что какому-то актеру... Представь, что ты сжимаешь в попе карандаш. Вот я сейчас буду разговаривать, то же самое буду вам говорить. По-другому как-то говорить. Что-то во мне неуловимо поменялось, потому что я карандаш в попе сжимаю. Вот. А представь, что ты вот говоришь, но у тебя в ухе огурец. Вот я сейчас представляю, вот у меня в ухе огурец. Но я продолжаю разговаривать, а в ухе огурец, огурец торчит из уха. А я разговариваю. Представь, что ты накурился травы. И уже другое. И вот надо вот, можно совершенно абсурдные вещи говорить актеру. И тогда, ну, понимаешь. О, я не чувствую свое лицо. Боже. Я когда йогой позанимаюсь, у меня что-то такое. Конечно. Мы люди, и мы. Меня охватывает что-то такое, вот, да. Потом такая правильность на тебя нападает, который не мог никак сыграть то, что было надо режиссеру, и режиссер ему сказал, тебе только что вызвали скорую помощь, не знаю, любую, вот надо просто накидывать, пока актер не сыграет. А если сказать актеру, ты играешь не то, он все равно не будет знать, что то, он же не знает вафельный поддон. Он просто размякает и из меня... 40, мне кажется, жара. Господи, верните. Либо съешьте меня уже, либо верните в морозильник. Уже что-нибудь, кто-нибудь, господи. Да-да. Я была такой аппетитная, и вот куда уже вот это все девается? Вот это все. Пренеприятнейший тип становлюсь. А пришел, что это блок? Плодитесь, размножаетесь, все нормально, все нравится? Или какие-то замечания, может, претензии, может, какие-то? Понастроили храмов они. Давайте, высказывайтесь. Просто, по-свойски, давайте пообщаемся. Что, какие ко мне вопросы у вас? Не такой не играется. Бунты.
Бог типа Будды. Все охвачено природой ума. Что вы все время? Бог. Что я Гитлера создал, может, вам не нравится? Что-то еще? Давайте, конечно, высказывайтесь. Вы еще здесь? Представь, что тебя обсчитали в магазине. Представь, что ты хочешь писать. Ты влюбился. Позвонила девушка, сказала, что она тебя больше не любит. Скучно. Потому что смысл, который мы выдумываем из головы, он такой какой-то очень примитивный. Надо всех любить, не надо плевать в глаз. По возможности не воруйте деньги. Представь, что болит живот. Представь, что... Просто написали бы вот эту фразу, им все, сэкономили бы нам время. То есть, грубо говоря, если взять, мы сейчас наснимали много хаотичных кусков. И вот то, что перемешается, грубо говоря, можно будет что-то увидеть. И вот мне очень нравятся смыслы, которые рождаются сами собой. А потом беру ее, хаотично наставлю и такой, я уже все теку. У меня уже этот трещит вот этот поддон мой вафельный. И тоже что-то получится, и оно как-то растечется, и тоже будет как-то. И в этом потом, и вот я беру потом, наснимаю всякой фигни, как мы будем их миксовать. То есть мы просто в рандомном порядке их вот так вот перемешаем. И немножко дорисовать, чуть-чуть где-то акценты расставить. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Ну как вы тут? Сейчас мы возьмем эти куски, склеим их вместе и хаотично нарежем. И мы даже будем, не будем знать... Можно рисовать Мона Лизу, а можно взять краски, просто смешать и вот так на стену фигануть. А есть еще тот смысл, который рождается в пространстве как бы сам собой, когда ты берешь просто... Познали истину, освободились от страданий. Я могу вернуться в медитацию? Просто просящие вот эти хари ваши. Я, ну что, что, что? Все охвачено природой ума. Все, достаточно? Можно? Я вернусь к себе. Вот. Когда вы меня спросили, я в глубочайшей медитации был. А вы? А он как нам? Я открыл глаза, и тут вы с этими лицами. Вот эти. Господи, зачем они меня вытащили? Они что, не понимают, что я буду абсолютно. Вот и мне еще чуть-чуть и все. Тут... А, блин, черт! А, охренеть жестко! Я все сказал вам. Можете идти, практикуйте. 10 000 часов и что-то трансформируется. Может раньше. Значит, у меня есть такой метод. Я уже очень давно заметил, что смысл выдумывать из головы очень... Гдяр! Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Гдяр. Я хочу лимонад. Как? Ах, что? Гдяр! 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 У него же нету параметров, понимаешь? Если это не ситуация, а это предмет. Можно так? Да. Ты сыграешь, что ты мороженое. Да. Если бы любила, точно бы пришла. Так получается, не любит. Не любит. А если она не любит, то получается, кто тогда любит? Мне надо найти кого-то, кто меня любит. Йога – это же что-то очень дико правильное. Одно это... Да-да-да. Что-то такое очень правильное. Чувствует. Стоишь ногу так, это так, это сюда. Это так отклонил и стоишь, плечи вниз тянешь. Я говорю, от обратного не играется. Не интересно. Это ты не то играешь. Ему все равно непонятно. Он же не знает, что переделать. Ему надо просто дать другой образ. Все, уже все. Сейчас уже можете. Все. Я, кстати, когда таю, я. Ой, я не знаю, что-то. Я не знаю, как-то. А вот что тут прорисовывается? И иногда очень прям крутые штуки. Ты просто понимаешь, вот тут надо еще вот это немножко доснять и прям вау получить.